что, Анур, есть какие-нибудь предложения? Ты обещал мне подумать. Не забывай, что это наше общее дело. Да-да-да-да-да, сейчас. Есть одна идея. Еще 3 минуты. Да, налицо все признаки вертногенной периферии нервной системы. О, что это? Сейчас сам все увидишь. Ура! Необитаемый остров! На другой планете! Полечим твою гиперактивность. Тут уж тебе нечего крушить. Успокойся! Не надо! Анур, куда ты пропал? У меня через неделю эфир. Где истории про твоих маленьких пациентов? Да я работаю над этим. А это что? О! Что это такое? Что все это значит? Я сам не представляю. Включай камеру, скорее! Да-да-да-да-да-да-да, сейчас. Это детское подсознание. Так это то, что мне нужно. Но вы же понимаете, детское подсознание стоит недешево. О чем разговор? Я не поскуплюсь. Кажется, заработаю 1 000 000 другой. И мы продолжаем наше шоу «Мечты сбываются». Они никому не рассказывали об этом. Они думали, мечты их тайна. А мы узнали об этих детях все. Новые серии каждый вторник на канале «Галактика». А теперь снова реклама. Не переключайтесь. Че, опять лабуду свою смотрите? Интересно, наверное, до жути. Представь себе, интересно. А ты лучше бы делом занялся. Ну че, Алиска, а ты-то о чем мечтаешь? Слушай, Лёха, времени в обрез. Давай быстрее ставь. Сегодня на шоу «Мечты сбываются» Алиса Селезнёва и её мечты. Да шёл бы ты, Лёха, на футбол. Мешаешь только. Мам, привет! Когда встречаемся? Солнышко, только закончили. Ой, вылетаю к вам! Тюбельвуха! Отпугиватели нужны. Извини. Придется мне еще здесь. Целую. Мам! Мам! Вот всегда так. Чё ты злишься? Предки на работе. Свобода! Тормоз ты, Лёха. Опять не догнал. Альпинисты! Не зеваем! Алиска, лови! Вы чё творите-то? Неприемлемо. Селезнёв, распаковать инвентарь было вашим индивидуальным заданием. Василий Петрович, вместе веселее. Дневник. Селезнёва родителей ко мне. Сегодня же. Ура! Пу-пу, так пригодится. Привет! Вас с мамой в школу вызывают прямо сейчас! Представляешь, на Элаписе видели земного динозавра юрского периода. Папа, какой Элапис? Я лабораторию разгромила! Точно, лабораторные датчики. Динозавр дерется с кем-то похожим на мороженое с ногами. Любопытно. Папа, ты меня вообще не слушаешь! Просил же барахло под диван не совать. Я тут сплю. Да что ты, я слушаю. Ты в лаборатории разгромила школу.
Я тут полмою. Ой, в кои-то веки. Показушник. А ну, брысь. Поля, Купер, не ссорьтесь, умоляю. Алиса, прибери, наконец, в комнате. А я целую неделю буду дома. Ура! Сейчас, я быстро. Когда вернусь с Лаписа? Ой, что-то мне не по себе. Плохое чувство у меня, плохое. Прямо свербит. Вот тут у меня. Брысь, говорю. Что? Тоже мне прогноз погоды. Папа? Такси! Папа! Здравствуйте! Вы вели шоу «Мечты сбываются». Попрошу не шуметь. О чем мечтают дети? Если бы вы только знали, и вы узнаете после рекламы. Не переключайтесь. Всем на меня плевать. Конечно, динозавры папе важнее меня. Плевать? Свобода же! Свобода! Эх, Пупер. Ой, что-то там не то. Чую, вулкан просыпается, что ли? Что? Вулкан? На Лаписе? Папа? Папа, тебе нельзя на Лапис! Там вулкан! Алиска, хватит выдумывать, на Лаписе нет вулканов. Все, пока. Папа, подожди! Надо его остановить. Надо их остановить. Такси! Алиска, стой! Такси к вашим услугам. Алиска, стой, говорю! Пупер, тебя мне только не хватало! Нельзя тебе одной, Алиска! Господа, быстрее! Кажется, сюда. Сопровождение взрослых. Вы не можете лететь. Я взрослый, мне 40 лет. Пупер, помолчи. Что же делать? Не пропустите. Теперь для вас комиксы с любимыми героями. Наш первый выпуск «Дина против Моро. Смертельная схватка». А сейчас новая серия. А Дмитрий, догоняй. Сейчас, иду. А ты сам хочешь стать героем шоу? Хочу. Я только маме скажу. Это ненадолго. На Лаписе сейчас прекрасная погода. Они на Лапис? Нам нужно только немного поторопиться, чтобы она не испортилась. О! А ну отдай! Отдай, я сказал! Отдай! Варьё! Стой! Дружок, ты ошибся! Посадка вон там! Трёхглазый варюга! Закончилась посадка на рейс. Ну чё, сестрицы, совсем залипли на свои мечты? Ай, так мы никогда не закончим. Рябза, братцы, чё расскажу сейчас вообще? Короче, Алиска, а я за ней тыдыщ, а этот, Анур, пацана, шмакс, и ля-ля-ля-ля-ля ему, а Алиска, парня, ба-бац, и сама улетела на этот, на Лапис. Арик, ты понял что-нибудь?
Ага. Бросила Алиска нас. Теперь нам самим бардак этот разбирать. Не, вы чё? Оно не такое. А чего бы и нам не свалить на Элапис? Земная колония, первопоселенцы. Круть! Как типа Дикий Запад? И мы с вами. Капитан Зеленый, а давайте сядем прямо на остров, а? Ну уж нет. У меня координаты посадки другие. Талисман огня уже час как подскакивает. Талисман огня, скажете тоже. Вы научным звездолетом управляете или помелом? К тому же, для посадки на остров требуется разрешение шерифа. Полиция меня бережет. Послушайте, шериф, а почему поселение не на острове? Это же логичнее. Под ним тектонический разлом. Копни сразу лава. Потому он и необитаемый. Билл, полюбуйтесь. Съемка со спутника. Кроме океанской рыбы на Элаписе никого не водилось. Мои дети все 9, сказали бы. Привезу семью, буду на остров, как в зоопарк кататься. Куда вы, профессор? В зоопарк. То есть на остров. Нужно понять, откуда взялись эти животные. Нельзя сейчас. Лава близко, как никогда. Он дома, и вы улетайте. Тут скоро страшно весело будет. Слышал, что тебе сказали? Вали отсюда, быстрее! И ты тут? Варюха! А ну стой! Попер! Стой! Стой! Стой, я сказал! Не скучайте, дяденька! Серьезные люди на дорогах не валяются. Вот они! Упущим, уйдут! Никуда не денутся! Ого! Кто это с ним? Где-то я ее уже видела. Алиска! Алиска, держи меня! Попер, стой! Вечно тебя! Что это за ерунда? Я не знаю, я говорил, что безопасно! Здесь какие-то рыбы, рыбы-мутанты! Мы что, прилипли? Закон нарушаешь. Это поле силовое. Воду держит. Мы здесь ни при чем. Мы ничего не нарушали. Где мать? Где отец? Кто штраф платить будет? Какой еще штраф? Запишите штраф на меня. Девочка моя клиентка. Серьезные нарушения психики. Нет, нет, это неправда. Конечно, неправда. Не поймешь этих землян. Ничего себе! Что на Элаписе это творится? Штормовое предупреждение! На планете Элапис объявлено штормовое предупреждение в связи с неожиданным пробуждением вулкана. Ой, мамочки!
Алиске надо мотать оттуда. Звони ей скорее. А это еще кто? Не отвечает. Осторожнее! Мотофлип вообще не для вашего психотипа. А как расслабляться? Для детей шоу делать — это жуть. Опять им новенькое подавай, а у меня ничего. Ни одной идеи. Спокойно. Я чувствую, девочка выдаст что-нибудь гениальное. О, какой кошмар! Пупер, с одним баллоном справишься? Ха, да подумаешь, проблема. Ну, давай. Так, ну я пошел. Алиса, я застрял. Надо меньше есть. Так, Пупер, найди папу и расскажи ему все. Вот это да! Ничего себе! Привет, крошка! Ты это, не дома, я суперагент! У меня секретная миссия! Вот это за мной! Теперь животные нарушают. Анур. Да-да-да-да. Милости просим. Чувствую себя как дома. Но есть одно условие. Не трогай вон те камушки. Конечно. Как скажете. Какие камни не брать? Вот этот? А может быть, этот? А может быть... Алисонька, доченька... Доченька, я испекла твой любимый пирог. А я тут подумал, ты права, зачем убирать в комнате? Вы оба дома? Я так мечтала! Ты можешь облететь весь мир, хоть тысячи планет. И где-то на тебя с одной прольется теплый свет. Планета, океан любви, сиреневой водой. Скажет о тебе, что было или не было с тобой. Ох, шедеврально! Зрители обрыдаются, сиротка находит родителей. Я не знаю, как это работает. Получается только у детей. Там, где звезды больше не видны, но сбываются во сне мечты. Где по-прежнему с тобою вместе я и ты. Может, нам пора? Должна же я узнать, чем закончится. Зеленый, срочно на остров. Никуда не летим. Знаки плохие. Зеленый, опять? Эй, профессор, оно заявляет, что... Пупер, ты как здесь оказался? Где Алиса? Спасите, спасите! Алису увезли на остров, нам кранты! Что? Только не это. А я говорил, знаки плохие. Плохие? Там, где звезды тишине потерянных миров холодной пустоты, мы порою вспоминаем о тех, кто так далек небесной красоты. Там, где звезды больше не видны, но сбываются во все мечты. По-прежнему с тобою вместе я и ты. Мама? Папа? Я что, спала? Меня собрали. Я снова жив. Камень? Живой? Люди. Лишь бы веселиться и мечты смотреть. Так это что, мои мечты?
Люди убивают нас. Люди убивают нас. Подождите, подождите. Никто же не знал, что вы живые. Все люди не виноваты. Только эти. Они использовали вас в своем шоу. Мотоблип! Ануль, ну помогите же мне! Вы с ума сошли! Мы сами сейчас утонем! Ну и что нам теперь делать? А? Как мы выберемся отсюда? У меня такой же вопрос! Папа! Хватай этих! Все из-за них! Бубер, достань мой спутник! Алиса, давай руку! Алиса! А еще меня Варьем обозвал! А, держите его! Алишка, держи! Бубер, складывай расколотые камни! И вы тоже! Иначе всем конец! Конец? Чему конец? Складывайте камни! Успокойте вулкан, пожалуйста! Нас разбивают! До нас нет никому дела! Мне до вас есть дело! А другие про вас просто еще не слышали! Зато вас увидят! Мы всем покажем! Давайте! Вы туда, а вы сюда! Ого! Вот это новости! Только что на планете Илапис был зафиксирован новый вид разумных существ. Я не виноват! Меня деньги! Дети попутали! Ответишь и за деньги, и за дети! Какой финал! Шоу будет шедевральным! Будет шоу у меня в участке. Вот видите, зеленый. Знаки тоже могут ошибаться. Так я же говорила, все будет хорошо. Слушай, командир, а вот ты как беду почуешь, тебя тоже на сладкое тянет. Чур меня, чур. Значит, ты не настоящий предсказатель. Ты лучше скажи, зачем тебе третий глаз? О, братец, это длинная история. Да, представляю, что скажет наша мама. Алиска! Алиска, наконец-то! Ну ты чё, ты где, ты как? Ребят, вы же знаете, со мной ничего не случится. И почему, чтобы на тебя обратили внимание, надо вулкан разбудить? И почему мы с мамой ещё заиками из-за тебя не стали? Последняя пошла. Алиска! Привет! А вы чего? Я Петровича уже уболтала. Да мы просто тебя увидеть. Это правда вы? А кто же? Кирпичи говорящие. Смотри на неё. Да! Ух ты ж, здорова стала! Так, девочки, мне срочно в космозол. Дрель на бекрень. А мне еще отпугиватели получать. Но завтра вместе ужинаем дома. Точно настоящие. Итак, прямо сейчас в эфире новое шоу. Исполнение желаний. Что? Опять? Ой, бегать не прикольно.